Прошу, не надо. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, та связи Вескер, и да, мне удалось наконец-то ее спустить. Если кто смотрел наши стримы недельку назад, то вы, наверное, понимаете, как я немножко бесился по одному моменту. Но мне удалось ее запустить. Оказывается, у меня с геймпадом все нормально. Это все гребаный Steam! Он включил какое-то гребаное обновление для своего Steam, вот этого Big Picture, он так их называет. И оказывается, чтобы мне теперь запускать нормально на джойстике Лару Крофт, Rise of Tomb Raider, она же Восстание, она же Восхождение, в связи с Гармис 80, как вы применяете слово Rise, мне нужно сходить туда теперь. Я там провел сотню настроек и, ничего не изменив, все заработало. Вот просто сейчас. И пока вот это все сейчас работает, я прямо сейчас же запускал экшен, запускал камеру, все подключал, все перенаставил. В общем, мы делаем сейчас все в процессе. Если что-то полетит, я не виноват. Это все Steam будет. Ну а мы погнали. Нам нужно спасать Ионыча. Подождите, а что я сюда иду? Нам нужно сначала вниз, я не помню. Я брал там, было что? О, белка, крыса. А, все взяли. Ты куда бежишь? Нет, ну не гоже оставлять крысину. А, да, кстати, поскольку сейчас и он еще будем спасать, а вот прямо здесь. Вебку выключим. Ну, вебку выключим, но я с вами. И он, и я иду по твою душу. Ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Прошу, не надо. Не слушай его! И... Я всего лишь... Не ставь так близко пистолет, идиот! Идиот! Нет! Ионыч! Ионыч! Идиот! Идиот ты! Обыскать тюрьму. Убить всех. Вот серьезно, одна пуля в голову и готова, но нет. Лара тоже молодец, могла бы сейчас просто выбивать все. Прости, надо было убить его. Вот, о чем я. Серьезно? Ты не обязан. Он тебе пушку в голову вставил. Прости, Лара, не оправдывай его. Был обязан. Что втянуло тебя в это дело? Думал угнаться за тобой. Они идут. Так. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. Так, парни. У нас мало времени. Значит, потащим его к источнику. А Лара Крофт здесь все прибьет живое. Ну что? Всем отрядам, нам приказано ее убить. Прекрасно, что вам приказано. Лара, я знаю, у меня что точно тебе так... нравится читать журналы по археологии. И очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обращай внимания. Некоторые просто не понимают, чем я здесь занимаюсь. Быть может, это их даже пугает. Но их страхи и их глупость не моя забота и не твоя. Я все тебе объясню, когда придет время, милая. Эти напуганные люди. Это был Орден Троицы. Ты так и не объяснил. Наверное, теперь это уже не важно. Они до меня добрались.
Теперь мне придется с ними разбираться. Так. Полированная подствольная коробка. Механизм уменьшает заедание и повышает скорострельность. Это, конечно, бы нужно было бы сейчас прокачать, было бы неплохо. Но. Увеличенная боль. Да. Лучше сначала будем пользоваться тем, чем владеем. А там уже все остальное. Итак. Иона пока еще жив. Мы будем его вытаскивать. Я что, его зря задницу из Яматая тащил? Тем более здесь у нас местные яматайские коллеги появились. Точнее, коллеги яматайских из Себейри. Которые тоже напились некой святой водицы, из-за чего они стали бессмертными шузоидами, стреляющие в нас из лука. Идиоты. Ладно, самурай, я еще могу понять. Но они все-таки были древние такие, знаете. Еще до Александра Македонского, наверное, существовала такая цивилизация там у них. Это еще ладно. А тут-то. Уж могли бы поучиться. Бессмертно так ходить, поизучать языки. Набирать себе тонну оружия, ходить и свой источник. Нет, мы будем стрелять из лука, мы бессмертны, будем всех тыкать палками. Идиоты. Идиоты! Правильно говорят. Россия идиотами полна на 100 лет вперед. А я повышаю эту ставку на 1000 лет вперед. Без обид, но это реальный факт. Ну нет, ну серьезно, с луками и мечами идти против вооруженных людей. И ладно, если они бессмертны, они как бы это понимают. Ну извините. Ваша задача уничтожать врагов на периферии массово, чтобы они даже не заходили к вашему атласу, к вашему источнику и ко всему этому делу. Ну нет, мы пусть они ходят, пусть они все время заберут, пускай бабы заберут там атлас, а мы всех остальных перебиваем. Так же... Извиняюсь. Сам не уследил, оставил телефон включенным. Вот оно бывает, вот такое. Ладно, охотница, находите больше природных ремесленных ресурсов. Так, падальщик возьмем, он понадобится. Адреналин. Сразу после совершения бесшумного убийства вы кратковременно получаете пониженный урон от удара врагов. Убийца-эксперт. Именно в бесшумном режиме. Вопрос. Если я застрелю его из лука в бесшумном режиме, у меня автоматом все перейдет? По воздуху? Это как-то странно работает. Так. А, выживание. Стрелы с кассетной бомбой. Я же это прокачивал. Беру это. Я же вроде это прокачивал. У меня как-то уже треки подряд дежавю идет. Как-то странно. И они не сохраняются? Так, у нас есть доступный переход. Но это потом. Потому что наша задача сейчас... всю зону зачистить и отправить Константина на баю-бай. А потом походим все остальное пособираем. Я думаю, это будет правильно. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял. Так. Лара, сделаем парочку кумулятивных. Так, взрывчатки не хватает. Так. Будем использовать, значит, ядовитые. Вот шучу, а по ядовитым у меня вообще запас большой. По яду у меня запас огромный. Открывай уже! О! Сразу мастери мне все. Не отлынивай. Так, прекрасно. Так, а тут не хватает еще одной кассетки. О. Так. Сейчас мы ему устроим бум-бум.
Так, здесь не хватает нам пока что. Вообще, вот чего-то не хватает. Давайте-ка осмотрюсь. Уверен, здесь есть что-то еще. Тут наверняка есть, наверное, какое-нибудь еще испытание, мне кажется. А, мы же взорвали, да, цепочки. Точно, оно уже было пройдено. Ну ладно. Мисс Крофт, пойдемте устроим им сюрприз. Докладываю, мы заняли позицию. Видим цель. Придется с ними разделаться. Подтверждаю, цель обнаружена. Они меня видят? Оружие к бою! Прикончить ее! Кто следующий? У меня, если что, гранатомет. Я пока буду... Спасибо, так лучше. Держись, Лара. О, нет. Беги! Беги, Лара. Так, отлично. Это я забираю, это я собираю. О, я тоже соберу. А там я могу что-нибудь собрать? Или там уже ничего не осталось? Ничего не осталось, ясно. Ну и прекрасно. Мне же проще, мне же спокойнее. Все кончено. Да, все кончено. Спасибо за патрончики и за ресурсы, за прикасики. Я пока буду без вебки, потому что... Докладываю, видим цель. Повторяю, видим цель. Где вы ее видите? Соединяйтесь к главному отряду. С этим мы разберемся. Черт. Лара, держись, это газ. Давай, Лара. Дай ей прикурить. Держись. Что, черт возьми, происходит? Что случилось? Иди сюда, сладенький. Я теперь русалка громовая. Я с каждым разберусь. Есть тут парень, который... А, черт, меня нашли. Будем сейчас по одному выкашивать. Но меня заметили. Я не вижу никого из них вот здесь. Будет опасно сейчас так вылезать. Надо сначала кого-нибудь из них забрать. Парень, подойдите. Я вас всех прирежу. Я вас всех утоплю здесь. Я знаю, это болезненно, но зато безопасно. Для меня. А это самое главное. И они... Да они делись. Были же здесь целым скопом стоят. Только здесь советской техники, кстати, потоплены.
прямо удивительно. Так, слышу. Так, меня не находят как-то. Но они, видимо, держатся подальше от проруби, да? А ну иди сюда. Давай плывем, Лара. Вот так потихо мы будем всех топить. Давайте, мальчики. Лара Крофт со всеми вами поработает. А ну иди сюда. Давай, 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 давай. И плывем. Вот так потихо с ними работаем. У нас здесь восстанавливается здоровье, вот такой вопрос. Под водой, кстати, лечиться не может, если что. Будет немного обидно, конечно. Так, они успокоились, это хорошо. Но мы убрали троих. Давай-давай-давай-давай, плыви, плыви, Крофт! О, чёрт, прибили всё-таки. А такая ведь хорошая стратегия была. Надо покрысятничать, надо будет крысятничать. Чаёчку. Что случилось? Она просто исчезла. Наверное, под воду ушла. Так и есть. Будем крысятничать по-тихому. Выносить их вот так под водой. Как русалка, знаете. Аккуратно, не спеша. Отправлять их всех на дно морское. Ну, в нашем случае это дно речное. Тогда я включу все-таки свет, чтобы вам было получше все видно. Давайте их выискивать. А это единственный безопасный способ. Если я сейчас вылезу, они меня просто все нашпыгают свинцом. Мне даже гранат не хватит. Так. Куда они разбрелись? Вот разбрелись каждый вот. Вот вижу одного здесь. Давай, иди ко мне поближе, сладенький. Давай, иди сюда. Чёрт. Он меня заметил, а помирать не захотел. Непорядок, сэр. Вы затягиваете геймплей. Он реально затягивает, что с ним поделать. И они сейчас... перераспределяются по местам. Там еще дыма полно. Мне бы понять, где кто находится. И выносить бы каждого по одному. Иди сюда! Давай, Лара, не тупи! Так, все. Надо сейчас дождаться передышки. Почему? Потому что сейчас сработал инстинкт выживания, который мы в свое время прокачали, и он нас лечит.
Хорошо, что у нас есть подводная штука. Может быть, потом изучить все оставшиеся подводные места. Сюда идем. Давай, 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 Лара, хватит тупить! Вперед! А стрелять пальто не получится? Нет, не будут. Зачем? Это что-то безопасно. Кстати, а где это я сейчас примерно? Лара Крофт, русалка. Нельзя отпускать триггер. Слишком опасно, их еще там много. Ведь не зря же сделали так возможность их топить. Почему? Потому что их тут тьма тьмущая. Вылезу, каю. А вот если топлю, я победитель. Это правило. Это незыблемое правило. Иди сюда. Давай, давай, давай. Крофт, хватит танцевать с ним, плыви. Вот, видите, сработало лечение автоматом. Сейчас мы их всех так вот тихо, видите, перебьем, перетопим. Никуда не денется. Успокоились? Ладно, дай тебя сфоткаю. Ты так красиво выглядишь под водой. Столько красивых фоток можно наделать. А там, если что, я еще... Хотя, дайте я включу вебку. Если сейчас кого-нибудь потопим, я, наверное, это возьму на арт-заставочку. Целый эпизод связан только с чистым топлением, это еще какие-то качества, согласились. Учиться надо. Будем проверять каждую дырку. Я не фанат утоплений. Лажит сам утопленник. Я считаю, что это самое жуткое. Жуткая смерть, но что поделаешь, ну ничего с этим не поделаешь. Здесь игра вынуждает нас. Надо их выискивать. Я не знаю, где они там еще водятся. Они держатся вот от этих подальше, я так понимаю. Ну, видимо, научились, а им нужно ее убить, а им значит нужно подходить. А если они подойдут, Лара утопит. Ну и кого из них? Они же тоже не идиоты, они же NPC, но здесь они прокачаны, как ни крути NPC. Они реально прокачаны, за что респект создателям игры. Мне это нравится, не скучно. Вижу одного. Иди сюда! Так. Ух! Нужно найти безопасное место для отдышки. Их там очень много. А мне нужно подниматься на поверхность в любом случае. Не дай
Иди сюда. Черт, их еще там двое. Лара, хватит танцевать, карнабалет. Плыви уже. Там двое осталось. Где последний? Это последний. Вот. И готово. Надо вернуться к Ионе. О, а тут подготовлен был для разных вариантов. Но я правильно делал, что их всех топил. Ионыч. О, боже, только не это. Иона. Иона. Лара. Не смей тут помирать. Лара. Послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. А ну не смей помирать. Ну-ка, дефибриллятор сюда. Нет. А, живой еще, хорошо. Он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию, к Якову. Ну так что стоим? Доставляйте! Я расчистил дорогу. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Ну так доставляйте. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, справа руки твои. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану, подготовь его. Что ты там такое натворил? Я, конечно, понимаю, ты пророк, но что это за порошок такой был у тебя? Яков, реально интересно. В тебя же стреляли. Так это ты. Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует и таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу,
Бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние. Ради власти. Троица поступит так же. Лара, что ты сказал? Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. И этому надо положить конец. Отец! Они приближаются. Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли? Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как будешь готова. Знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга. Большое спасибо, но нам не туда. Неожиданная дорога. Открой. Я достижение получил. Спасибо, конечно, но это немножко не то, что я хотел. Так, для начала карта мне, пожалуйста. Благодарю. Карта обновлена. Я сначала здесь все осмотрю, изучу, покажу по всем закрытым уголкам. Нет, а чё? Вот так лучше. А тут что у нас? Рукоять древнего кинжала. Да? Клинка давно нет, но это похоже на бедренную кость. Скорее всего, человеческую. Вероятно, это какой-то ритуальный объект. Ну, надо было как-то призывать к местному башку. И к нему. Вот, призывались, да призывались. Так. Ага. Так, отлично. Так, тут дорогу нам открыли уже, это понятное дело. Это тоже мы забираем. Последний путь. Посетите похороны. Чьи похороны? Я не знаю, о каких похоронах идет речь. Но что-то мне это не нравится. Фраза «посетить похороны». Ладно. Сейчас наша задача на ближайшие, наверное, два эпизода — это изучить все закрытые кусочки территории и собрать все остатки, а заодно побить парочку яблок. Нет, ну это надо сделать. Во-первых, вы посмотрите, сколько здесь всего. Очень много всего. Надо. Надо, надо, надо. Во-вторых, сколько у меня там? 67? Маловато. Но, думаю, нам хватит. Так, здесь пещерка у нас попала. Надо запастись всем необходимым. Так что вперед, Лара. Проплывай-ка ты у меня здесь. И добудь мне все необходимое. Надеюсь, там медведь не живет. Было бы забавно, конечно, но... Давай, вылезай.
Молодец. Просто если здесь медведь жив, я лучше вот это возьму. Нет, медведей нет. Но грибы есть. О, еще вот это. Собираем. Это все у нас на производство. Это все уходит на производство кассетных бомб. Это все очень ценно. Это все очень ценно, ребят. Развилки, любопытно. Но если бы это была большая пещера подводная с несколькими развилками, мне кажется, это было бы здорово. Ладно, всплывай, всплывай. Теперь идемте к старому другу медведю. Да-да-да-да, мы как раз туда идем. Спасибо, игра. Учитывая, что еще эпизод я обрежу. Добавок к тому же. То есть много чего придется нам сделать. Так. На всякий случай возьму кассетку. Нет, я помню, что я медведя-то припил, но... Может быть, улошил. Мишка, ты живой? Нет? Мертвый. Жаль. Какой хороший был собеседник. Так, еще материалы. Прекрасно. Золото. Добываем золото для производства опасных взрывчатых веществ. Ну, чего нет? Пожалуй, что нельзя их складировать. Я бы их складировал бы. Я бы все собирал бы, ничего бы не оставлял бы. Вы меня знаете. Интересно, тут бессмертные водятся? Известное место. Странное наименование. Неизвестное место. Немножко странненько звучит. Это больше напоминает мне... А, кстати, надо к Бабе Яге тоже сходить. Вот про это не забываем. Там у нас столько же много чего документов хранится. Это огромный водоворот. И мне нужно идти вот по этому? Да вы издеваетесь. Иначе меня смоет водоворот. Давай, 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 Лара. Вы видите, какой там водоворот? Я не хочу даже проверять, что это из себя представляет. Что там находится, такие скульптуры. О. Новый базовый лагерь обнаружили. А еще вижу ловушку. Вот теперь работает. Как в прошлый раз я использовал, это не работало. Вот что у нас. Футляр, украшенный костью и самоцветами. Голоса прошлого. 75% всех предметов. Ой, не переживайте, мы сейчас сотку соберем. Я буду все собирать. Ладно, сотку мы не соберем, потому что в Сирии один был потерян. Я помню Сирию. А мы туда зайдем как-нибудь. А что у нас с вами? Поместье Крофт впереди и рынок. Там нужно что-то еще взять. Так.
А какая скрытая информация может быть здесь? Только надо, что внутри что-то. Может, в ремне дело? Да нет, понятное дело, что в содержимом. А, внутри-то ничего нет. Ну-ка. Эй. Какая здесь скрытая информация может быть? Тут серьезно. Вот видите дыру? Я вижу. Может, на чем-то конкретном акцент сделать? Может, какого-то камешка не хватает? Да нет, камни все на месте. Если здесь под определенным углом надо на эту штуку смотреть, то, конечно, беда. Ладно, потом разберусь. На самом деле будет поместье Крофтс, это тоже разберемся. Вы, так полагаю, засушенные, да? Так, тут делать пока мне нечего. Ну, хотя бы пометку сделали себе, хорошо. Кувшин из кости. Похоже, вырезаны из одного бивня. Вещь простая, но искусность резьбы впечатляет. Да. Нет, реально, причем, заметьте. Грамотность такая резьбы, будто Ctrl-V кто-то использовал. Реально очень хорошо сделано. Реки переполнились трупами. Кровь детей наших залила долину. Мы еще живы. Но зачем? Наш город погребен. Наши сыновья и дочери убиты. Жить с этим отвага или безумие? Погибшие хотя бы нашли покой. А когда его найдем мы? Ну, опять же, когда погибнете, как следствие. Это же логично. Так. А это откроется только по другую сторону. Ни бомбы, ни чем-либо еще, только проходом. Обратным выходом сюда. Ладно, так и быть. Пойдем поверху. Это баня. Кровавая, причем, если обратишь внимание. Что-то мне это в бане не очень-то нравится. Ее затопили намеренно? Ну да. Выходит, что так. Сначала поверху везде пройдемся. А, столько трупов. Что тут случилось? Не могу, мне тран. Топили ж, понятное дело. Всех утопили, Ларыч. Наша задача, она, видишь, вся аж кровь ошала. А ты можешь вот здесь забраться? Чего нам сюда и надо?
Она все заберется только потом. Когда все осушит. А, ей на гондоле. Как бы туда проникнуть? Я вижу здесь проход, но нас это не пускает слишком глубоко. Слушайте, реально, скелет до сих пор разлагающийся. И Лара в этом плавает. Она в этом плавает. Ну давай, вот немножко нырни поглубже. Куда-то можно зайти. Негоже оставлять трупы детей наших разлагаться под лучами солнца. Но нам предстоит выкопать столько могил, а земля твердая. Зачем же нам отдыхать? Здесь, как и во многих других местах, больше никогда не раздастся смех. Весь мир мы превратили в гробницу. Пусть мертвые покоятся с миром. Это наш последний долг перед ними. Если вкратце, вы сдохли, но хранить вас не будем. Держитесь, хорошего настроения. Вот, вот и перевожу ее слова. Мне сказать войну оказалось. Зачем мне работать? Я же женщина! Я не могу копать! Ваши могилы. Лентяйка. Гребаная лентяйка. Да, Дедушка Мороз? Так, у нас вон там еще что-то есть. Там монеты, понятно, я до них не доплыву. Но вот здесь есть другие подходы и заходы. Ладно, попробуем сейчас использовать лодку. Благо, эта штука работает повсеместно. Так, сначала посмотрим, есть ли здесь где-нибудь проход. Ну вот тут есть заход. Да, только меня туда не допустят. Обидно. А ведь можно было сразу прыгнуть и залезть, но нет. Надеюсь, здесь нет обратного течения. Сначала вот сюда. Сплаваем, осмотримся. Уверен, тут что-нибудь да есть. Так, это сливная. Пока не трогаем. А там что у нас? Вот если... Помните, вот здесь в углу находится дырка, куда Лара залезть точно может. И я хочу туда сплавать. Или хотя бы попробовать допрыгнуть. Так, давай, Лара. А там наверняка есть что-нибудь да есть, путное. Хотя, может, когда я осушу все это место, появится что-то. Ну, в теории, да. Давайте попробуем. Там тоже сам проход был в эту же секцию. Может быть, что и найдем. Давай. Но заметьте, они сюда целую лодку аж поместили в эти купальни. Значит, вытаскивали кого-то все-таки. Кому-то было, значит, не все равно. Ну да, смотрите, здесь тоже вот катушки есть, потопленные есть, все вот это дело. Но не, это не просто так делается, это вот не просто так говорю вам. Давай в ручном режиме. Спускай воду. Получилось. Черт, не держится. Нужно как-то закрепить.
Так, давай. Давай, 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 давай. Держи. Да. Уцелеет, надеюсь, подольше, чем что-либо еще. Ну, где могли, там спустили. О, проход. А там золото. Ну да, проходы везде расчистились, я смотрю. И вот опять же, да-да-да-да. Еще да. Слив. А лебедки нету. Да не переживай, Ларыч. Сейчас все высушим, все золото соберем. Ну видите, сколько здесь внизу золота. Значит, что нам нужно опустошить все до днища, до дна. Еще слив. А лебедки нету. Ну я знаю, где эту лебедку достать нам. Я да, знаю, я знаю. Это наша суденушка и будет. Но сначала хочу вон туда попробовать пробраться. Еще слив. А лебедки нету. Так. Давайте, Лара Крофт. Лара Крофт и похороны судьбы. Точнее, могильные судьбы, стал говоря. Видите, насколько мы уже опустошили. Давай-давай, не смей мне тут падать. Нас тут предстоит полно работы. Ее надо умудриться как-то туда затащить, эту лодку, стоп говоря. Так, мы сейчас это открываем. Давай, давай, есть. Зато я, кстати, понял, как работает эта штука. Нет, я понял принцип, но мне нужно здесь... Лара, не туда. Я случайно потратил одну кассету. Ну ладно, мы их сейчас быстро сделаем. У нас ресурсов, а именно пещер с этим материалом, полно не открыто. Так что достать тут не проблема.
Я думаю, может, есть другой пароход какой-то. Альтернативный. То есть мне нужно обязательно вот сюда именно спускаться. То есть мне нужно через верх идти сюда. Прямо вот протаскивать ее. Это сложно. Это возможно, но это очень сложно, ребят. Это очень сложно. Еще слив. А лебедки нету. Да знаю, Ларш. Но есть у нас лебедка. У нас проблема в другом. Я не могу из нее пристрелиться. Прострел сделать нормально. Мне нужно умудриться попасть лебедкой вот этой туда. Проблема в том, что я понятия не имею, как это мне грамотно сделать. Держи, держи. Ты чего, чего? Держи. Проблема в том, что мне нужно зацепить его за ту катушку. Лодка будет держать и тянуть ее. Ну, молодец. Еще слив. А лебедки нету. Ты вообще такую систему сливов придумал? Вот объясните, пожалуйста. Что это у них вообще такие за термальные бани? Это вообще банями не считалось. Да залезай уже, они висят. Да залезай уже, кров. Может, я могу как-то вот через это прострельнуть. Но это логично, здесь же тоже, видите, длина и расстояние, и всего хватает. Что мешает-то? Может, мне ее, наоборот, сюда притащить? А что нет-то? Она может пролезть в теории. Размерчик под нее. Ну, сами посудите, дырка, ну, вполне себе подходящая. Тем более я могу в нее попасть отсюда. Кто сказал, что я не могу, скажем, отсюда туда стрелять? Вот. А че я так туплю-то? Можно было сделать наоборот. Тереть возможно же? Возможно. Она сейчас спустится. Я выстрелю, я переплыву все это дело. Возможно же? Вполне себе возможно. Ну-ка, дай-ка. Вот. А Ларчик просто открывался. не зря нас игра называется Лара Крофт. Ларчик просто открывался.
Я бегаю. Решет головоломка. А тут все просто. Вот. Почти все. Почти? Но не все. Для захоронения. Братская могила. Какая братская могила? Это гребаный, извините за выражение, утопленнический центр. Самое мерзкое, что могли они вообще придумать здесь. Реально, это самое мерзкое, мразотное, мерзительное. Внизу ничего не валяется, никакие монеты. Целый час с вами записываю, между прочим. Но я выжу, наверное, где-то в серединке. Так, это я заберу. Так, ну это и что у нас такое? Древняя рукопись. Похоже, это трактат по скалолазанию. Железная хватка ускоряет лазание по скальным ледяным поверхностям. Магические бани. Это баня. То есть здесь, понимаете, как я сейчас смеюсь просто над этим. Это баня. Система с закрытыми решетками, автоматически наполняющимися помещениями, из которых самостоятельно выбраться невозможно, это баня. Да это гребаный, извините, дом Холма. А не баня. Они еще удивляются, почему так много их умерло и потопло здесь. Да вот почему. Не баня это никакая, не могила. Это гребаные системы уничтожения местных и все. Никого не щадили гребаные имбецилы. Никого. Так, можем прокачать оружие. Но только обычное. По дробашу что у нас? Скоростной дробаш, помповый дробовик, автоматическое заряжание. Ну слушай, вот это, конечно, хорошая штука. Вот это я возьму. Вот это я возьму сейчас. Он пусть будет у меня на руках, потому что автоматическое заряжание нам понадобится больше всего. Так, по наукам что у нас? Я пока не хочу тупым. Изготовление гранат. Не могу не взять. Теперь мы можем изготавливать гранаты. Это прекрасно. Я так полагаю, они разготавливаются в рюкзаке, да? Это вещь-мешок. А для него мне нужна еще одна медвежья шкура. Большая фляга с маслом. На флягу черт снимал по боеприпасам. Вот гранату сделать одну могу. Отравленные стрелы есть. Разрывные стрелы. Так, давайте сначала гранату сделаем. Патроны огонь. А все остальное, в принципе, нам не хватает только вот одного материала, за которого мы уже с вами будем добиваться в следующем эпизоде, ребят. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Надеюсь, Ионыч выживет. Пиши комментарием по этому поводу, что думаешь. Стоило ли ему застрелить Константина или нет. Ну а с вами был Вескер, Umbrella Teaching. Переходи к предыдущему эпизоду, если вдруг начинаешь с этого. Ну или если уж вообще пропустил все. Плейлист, ссылочку на него найдешь в описании.
Ну а с тобой был Вескар, брат Тайчинксен. До скорой встречи, всем пока. Лара, не грусти. Спасем Ионыча. И удачи!